Бежит Фокси! Мне жопа! Да, я проиграл! Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, стаканчик, Неон Леон. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Привет, подписчики! Сегодня мы играем в FNAF 1. Кто помнит эту карту, где аниматроники не телепортируются, а ходят? Мы закончили на третьей ночи. Вы поставили очень много тысяч лайков, поэтому... Если пьете, кушайте, приятного аппетита! А у нас третья ночь. Погнали! Чика сейчас. Так. С правой стороны обычно Чика идет. Выглядывайте, может, здесь можно ходить по всей карте. Здесь ничего не убивает. Они здесь сейчас начнут ходить, внимательно слушайте шаги. Здесь разработчик прям очевидно сделал шаги. Так, сколько время у нас? 12 часов. Так. Нету. Слышите? Погромче сделаю карту. Так. Ходит, ходит кто-то. По Фокси хочет скоро выбежать. Хочет? Вот. Внимательно. Если что, дверь закрывать надо. Стой, смотри, ты успеешь закрыть двери. Окей. Да, выглядывай, я тут стою, ты слева, я справа. Ребята, мы должны пройти, так что... Надеюсь, вы нас поддержите лайкосиком. Мы выпускаем ролики каждый день. Так, пока местишь. Как для третьей ночи, это не так уж-то и... Сильно, я думал, будет пожестче. Или может начнется все с двух часов, как обычно. Ну... Слышите? Да. А что это за звук? Не знаю. Фокси уже выглянул. Смотрите. Я закрываю дверь. Отходи. Слышите? Да. Блин, это стрёмно. Идут, 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 ребята, толпой на нас. Если что, я успею закрыть двери, потому что они не так быстро. Фокси бежит. Фух. Нет. Да стой, зачем же ты клацаешь? Отойди. Выглядывать надо, смотреть. Здесь энергии очень мало. Так, Чика пошла на левую сторону. Фокси вернулся. Внимательно, пока двери не открывайте, чекайте камеры. Отходи от камеры, если лишний раз не смотришь. Все, стоим, ждем. Здесь энергия на весь золото, ребята. Кто помнит, мы здесь прям реально тащили, но мы затащили. У нас даже энергия кончилась, мы просто прятались в комнате и двери закрывали. Опа. Мне интересно, они будут обыскивать комнаты, когда мы еще раз так сделаем? Чика идет! Стоп! Внимательно. Разработчик сделал, что не видно, что за окнами. Красава Элла. Боня. Боня пропал. Бонька? Да. Так, у нас что? Свет горит здесь? Или это... А, это просто так отображается. Здесь такая музыка стрёмная. Боня пошел, в пятой камере был. Так, отходи от камер. Слушаем. Слышите, с левой стороны прям ходят? Да. Редька. Что он про... Так, получается, они здесь так сделали, что в окна вы не позаглядываете лишний раз. Фредди пропал. Это невозможно сделать. Слышите, опять Фокси бежит. Ах ты подлец, а мы не откроем. Убежал, убежал. Так, у нас получается меньше половины батареи и при том 3 часа ночи. Пацаны, это фейл, мы скорее всего не пройдем. Да, прячем. Уже все, но... А мы будем прятаться по карте. Главное друг другу не загораждать путь, и все будет отлично. Слышите, они прям ходят здесь. А как нам посмотреть, кто где? И с правой стороны, слышите, ходят? Да. Так, если мы проиграем, это будет так тупо. У нас последняя палочка. Бонни, тут. Да? Да, вон там вот. Если что, я буду убегать. Тоже. О, я вот так залезу сюда. Интересно, он меня убьет или нет? Ребята, проверяем первые баги игры. То лучше убегайте, если из нас кто-то один останется живой, то мы пройдем. Это я так, на дурачка. Если что, я убегу тоже. Бонюш. Да? Чуть-чуть осталось. Блин, ничего не видно. Кстати, разработчик так сделал, что мы можем настраивать двери. Все, жопа, жопа. Ребята, внимательно. Там Бонни. Да, блин, это стрёмно очень. Эй, блин. Че, они не видят вас или видят? Я спрятался. Да? Да. Кстати, мы спокойно выбегаем, ну, выживаем, и все хорошо у нас. Ты бумажки кидаешь?
Кстати, да, это все сделано как с VR, все четко. В Чику бумажку кинул. Да? Бежит Фокси! Мне жопа! Да, я проиграл! Тоже. И вы проиграли? Да. То есть Фокси... А, нет, я не проиграл. А, не проиграл. Правый Фокси. Ё-моё, мы проиграли. Все были. На последний момент, да, получается, мы продули? Да. Походу. Так, хорошо. Вы готовы еще раз пройти эту ночь? Вы поняли нашу ошибку? Надо как-то... О, я знаю, ребята, мы сейчас сделаем такую настройку одну, которая нам поможет пройти. Вы готовы? Ну что, ребята, попытка номер два. Пожелайте нам удачи. Надеюсь, у нас получится. О, я сразу возле вас появился. Круто сделано. В начале игры камеры не трогаем. Да, вообще не трогаем. Так, давайте челепиздрика этого нажмем. Что там надо? Так, а что у нас? Что-то тратится энергия. А где у нас тратится энергия? Алира. А что она не отключилась? Вот подлец. Тот, кто придумал этот баг. Блин, так жужжит. У вас тоже слышно жужжание вот это вот мониторов или экранов? Это вентилятор. Да? Получается, мы лучше будем использовать камеры, когда уже будет больше половины ночи, да? Да. Даже в первый час можно. Да-да-да, получается, они с двух часов начинают прям очень активно ходить. Нам больше надо, чтобы была левая дверь закрыта, потому что все-таки Фокси видели, да, как атакует дебильчик. Левые двери, Чика. Она уже выскочила. Надо, чтобы вы стояли, с той стороны чекали. Давайте, пацаны, выходите, не ссыте. Если, получается, любой из нас, проигрывая, проигрывают все. Да. От разработчик, молодец. Чика ушла в туалет и походу. Да? Да. Походу, да. Фокси, давайте посмотрим. Да, мы теперь через окна видим, офигеть. Это нам реально поможет. Мы теперь сможем, в принципе, открывать двери правильно, да? Мне кажется, лучше левую дверь закрыть. Да. Ты думаешь? Да, но Фокси там уже наготове. Да, я помню, как он нас обманул, красавчик. Опа, Чика, Чика, надо, чтобы кто-то выглядывал. Да, давай, сватовец. Выглядывай, ты сможешь. Так, ребят, у нас еще есть ночь. О, правильно сказали за Фокси. Я видел, как он прибежал. Да. И убежал. Кстати, здесь прям анимация, да, полноценная сделана? Да. Чика пошла. А ну выглядывай. Можно с фонариком, кстати, запрыгнуть и посмотреть. А, там же и так видно, никого нет. Чика к левой двери пошла. Так, внимательно, пацаны, опять за Фокси следите. Почему две палочки расходуются энергии? Может, свет, да. Да, я вот. Выключено все. Бонька пошел. С другой стороны. Идет к нам, да? Да-да-да, с этой. Отходи от камеры, отходи. А камера, отключайся. Смотрим. Очень. Это вроде никого нету. Чика идет. Так, ребятушки, опять начинается нападение на нас. Она остановилась там. Смотри, внимай, если что, я успею закрыть. Кашель. А, может... Откройте эту дверь, там Бонни был. Идет. Не туда. Молодец. А, опять остановилась. Так, 2 часа ночи, половина батареи села. У нас уже как-то несовпадение идет. Но я заметил баг какой-то, у нас постоянно палочка какая-то садит. Хотя у нас все было открыто. Фокс скоро побежит. Да? Побежал. Во-во-во, Чика, Чика пришла. Фокси побежал. Ребята, это очень стрёмно. Это очень стрёмно, надо быть внимательным. Ах вы, подлецы, хотят нас убить постоянно, но мы не ведемся. 3 часа. Меньше половины батареи. Ну, мы, значит, что будем, ребята, делать? Прятаться по офису. Давайте тогда все перейдем в секьюрити. И заныкаемся там. Идет тут Бонни. Смотри, какая страшная она. Блин, круто, да, сделал разработчик? Респект. Согласен. И что, она будет долго так стать? У нас же энергия садится. Она Ой, должна уже идти. Ушла, да? Открывай. Смотри, постоянно выглядывай. Постоянно выглядывай. Все. Это же, это обманщики, они нас могут обмануть по красоте. Одна палочка, 3 часа. Блин, ребята, опять у нас что-то не то. Кто куда шагает? Тут Бонни. Тут Бонни. Дверь не открыта, да, с левой стороны?
Чика опять прёт сюда. Пя, да? Если что, закрывай двери, не втыкейшн. Вы должны, ребята, пройти. Я даже ничего не делаю, пацаны сами проходят, потому что не хочу мешать. И... Так, давай теперь я повыглядываю. Они еще там. Я стою за Чика, слежу. Думаю, она резко не побежит же, да? Идет. Закрывай. Я закрыл. Нет, она остановилась еще. Бонни ушел. Блин, я ее так боюсь. Они здесь очень круто сделали. Сзади идет Фредди. Стал Фредди. Какая батарея у нас? Все, открывай дверь слева, открывай. Ребята, я вовремя заныкался. Ну что, теперь мы тащим. Быстрее заходи, закрывай двери. Мы только мы сейчас проиграем из-за вас, пацаны. Да ну я же говорю. Все, тихо. Ребята, это было очень стрёмно, но мы затащим. Все, тихонько. Тихонько, никто не нажимает двери, никто ничего не делает. Мы до 6 можем протащить здесь. Я боюсь одно, что если будет писать Фокси, не убьет ли он нас? Или он убивает только в офисе? Слышите? Стойте, тихонько. Фу! Нет. А почему? Ну, может, там какой-то... Мы живые, же дальше идет. Ай, нет. А что, значит, должна быть дверь закрыта все равно? Да. Походу. А как нам пройти, если здесь энергии мало? Надо очень все нерасходно делать. Ну, блин, ребята, мы старались пройти два раза очень сильно. Я знаю, как мы пройдем. Мы можем пройти только с Серегой, скорее всего. Он прям очень опытный челик по ФНАФу. Вдвоем надо, чтобы прям жестко открывать, закрывать сразу двери моментально. Ну, еще хочу сказать, ребята, здесь есть, короче, сложность у каждого аниматроника регулируется. Что? Да. Старт найт, стоп найт, фаст найт. Седьмая ночь. Давайте, попробуем. Хочешь попробовать? Давайте. Ребята, а вы хотите попробовать, чтобы мы включили седьмую ночь, а она не включается? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотри мои ролики еще.